Можно музыку немножко громче? В комплект экипировки включает в себя 22 наименования. Это горнолыжный костюм, куртка, штаны, ботинки и ремень. Вы видите его на модели, где штаны черного цвета. Форма изготовлена в традиционной белорусской цветовой гамме компании «Аудима». Своими впечатлениями от экипировки поделилась Дарья Домрачева. Все класс, качеством и размерами довольны, все нравится, орнамент здорово выглядит. Хотим побыстрее надеть все, но терпим. Всем привет. Я расслышал про зеленые штаны, да, вопрос? Здесь не вопрос в зеленых штанах, здесь были верхние, зимний комплект, были черные штаны. Если, когда комплект смотришь полностью, вот вы обратили внимание, у мужской половины красного цвета кроссовки, у женской черного, и они в сочетании этих тонов, которые идут, мы считаем, что достаточно неплохо получилось. И думаю, что когда глава Олимпийского комитета, глава государства увидит, вот, так как была сегодня первая презентация, увидит полностью этот комплект, тогда, наверное, будет более детально сказана и дана оценка. Как бы что-то противопоставить, лучше предлагаю поговорить действительно по предстоящей Олимпиаде, по подготовке спортсменов. Подготовка к этой Олимпиаде, в принципе, ни у одного тренера, ни у одного спортсмена не было ни одного вопроса. Спасибо большое.